Снова где-то на задворках мерзлый грунт боднул снаряд. Как ни в чем, после тетки, как ни в чем, старик солдат. Эти штуки в жизни нашей дед расхвастался пустяк. Нам осколки даже в кашу попадались точно так. Попадет, отбросишь ложкой, а в тебя уж мертвец. Не знаю мою бабушку, я скажу тебе, отец. Это точно. Тут наука. Тут напротив не попрешь. А скажи, такая штука. Посмотрите, очень смешно объясню. А как кончится? Такая штука. Есть у вас какая? Вож. Примакая, сало, горки, продолжая есть. Поднимется только тетка и сказал. Частично есть. Значит, есть, когда ты можешь говорить со мной достойно. Ты солдат, хотя и враг, но солдат солдату брат. И смотрите, как поворачивает внутренний и мы подойдем к великому примеру паузы. А солдат солдату брат, и скажи мне откровенно, а не в шутку, а всерьез. С точки зрения военной отвечай на мой вопрос. Отвечай. Побьем немец? Или, может, не побьем? Подали, отец, наемся. Закушу, скажу потом. Вот начинается этот великий кусок. Я вам долго, но не жадно отдавал за пусть и честь. Так-то ладно, так-то складно, поглядишь, захочешь есть. Всю зачистил сковородку, встал, как будто бы подрос, и платочек подбородку ровно сложенный поднес, отряхнул опрятно руки, и как долг велит. Дому поклонился и старухе, и солдату самому, молча, путь запоясался. Огляделся, все ли тут, честь по чести распрощался, на часы звонит, потом лечили тут, идут, все проверил, все примерил, подогнал. И под конец он вздохнул у самой двери и сказал, побьем, отец.